Ну чё, попробуем головешки? Кабы не сдохнуть, блядь, кабы печень не отвалилась. Привет, народ! Привет, дружище! Вчера я перегонял головы на своем аппарате на новом. Блин, вот раньше всегда, вот не знаю как насчет всех, но всегда там дедушка мой, там тесть, вот всегда отбирали первачок, самый крепкий такой, и внедряли. Считали, что первак это самый цимус. Сейчас мы первак весь выливаем, ну так скажем, как сейчас мы называем первак головы, головные фракции, мы его, можно сказать, выкидываем в утиль. А раньше было не так, раньше наоборот, первачок считался самым цимусом, самым ништячком. Первачок внедрить было самый ништяк. Вот. Я вчера не заморачивался с температурным режимом туда-сюда. Я просто, вот у меня накопилось 4 там где-то литра, наверное, голов. Я их разбавил и на максимальной скорости просто тупо перегнал. Для того, чтобы там аппарат промыть, там его продезинфицировать и все такое прочее. А, получились они у меня эти головы, сейчас я померил 72% спиртуозностью. Вот. Не знаю, для каких целей я там их буду использовать, там пускай стоят для каких-то технических нужд, наверное. За место ацетона и все такое прочее. Такие вот дела. Вот она, баночка, вот у меня тут сколько получилось, духан. Ну, запашок я вам скажу, конечно, блядь. Запашок. Ядреный, страсть. Такой прям жестокий такой запах. Я думаю, и вкус такой же жестокий, как и запах. Вот. Вот мне даже, блин, интересно вообще, что там на вкус. Ну-ка. Повторюсь, 72% спиртуозности. Ой, бля. Вот такие вот, друзья, мои дела. Блин, люблю сырые яички от домашних курей. Сейчас вот покупаю у бабушки там на базаре крупные по 100 рублей, которые помельче по 80 рублей. Но ништяк, с магазинами, конечно, вообще не сравнить. Вообще замечательные, вкусные такие яички. Обалденные. Кайф вообще. Ну чё, попробуем головешки? Кабы не сдохнуть, блядь. Кабы печень не отвалилась. Ну хер с ним, ради эксперимента, ради Ютуба, ради вас, мои дорогие друзья, я попробую, чтобы вы не пробовали. Приму такой удар на себя, на свой организм. Ой, бля, жесть. О. Бля, меня аж перекорёжило всего.
Во-первых, 72 градуса. Ну что, вкус? Ой, вкус, друзья мои, пиздец просто. Бля, как будто ацетона, наверное, въебал. Ой, блядь. Жестяк. Вот такие приходится делать жертвы ради Ютуба. Вообще мандец, ой, бля. Блять, во рту так и стоит этот привкус. Вообще непонятно чего. До сих пор корёжит, блядь. Пойду лучка зеленого возьму. Ой, как бы, блядь, закусить бы, а? Не знаю я, как деды наши пили эту гадость. Ну это вообще кошмар. Фу. Жесть. Вот как сейчас помню дедушку у меня, когда в темную гнал. Первачка отберет в отдельную баночку. Потом стаканчик треснет. Ой, хорошо. Не знаю. Нахуй. Выпил я 50 грамм ради эксперимента. Но все. Дальше я буду им только мангал разжигать. Очень жестоко. Это как на свадьбе у одного чувака, помню, был. Ну что-то подпили уже изрядно так. Вот. Ну, кореш один мой встает такой. Тост говорит. Ну, говорит, по ходу слов других не нашел. Ну, говорит, будем пить, пока хуй не отлетит. Вот если пить вот этот первак точно, не только хуй отлетит. Попал я раз, друзья, тоже, скажем так, в просак. Как в этом фильме «Жмурки». Что, ты знаешь, говорит, что такое просак? Просак – это расстояние у женщины между влагалищем и анальным отверстием. Это просак. Попал я в такую ситуацию. О, пошла. Шняга. Короче, пригласили нас на свадьбу с женой. Пригласила ее школьная подруга. Одноклассница. А мы уже, ну, не виделись там давно. Что такое прочее.
И, короче, получается так, вот на свадьбу пришли. И кроме как ее одноклассницу, вот эту девочку, ну, вообще там никого не знаем. Не, ну, только ее там друзья и подруги, а жених там и все его родственники, ну, фиг его знает, кто такой. Ну, и все нормально. Все нормально, гуляем, отдыхаем. А смысл в чем, что она давно еще, ну, как сказать, когда мелкими были, первая любовь там у нее была, и в мента там она влюбилась. А он там такой сволочью был, ой, вообще. Пацан тоже только из армии в ментовку пошел, там скурился. Ну да ладно. И вот я уже в изрядном подпитии такой стою. Толкнуть тосты, говорю. Ну типа того, всего тебе хорошего, тыры-пыры, осень дыра. Счастья вам и здоровья, детей побольше. Азан такой, я пошатываюсь. Ну говорю, молодец, что себе хорошего парня нашла. Что не вышла замуж там за мента, за тухлого, за позорного. А вот нормальный мужик, там, говорю, все. Ментов этих, говорю, там, все, нахрен. Я не то, что против, там, милиции, там, и все. Ну, просто тот был нехороший человек, поэтому у меня к нему, там, негативное отношение сложилось. И в зале тишина, все выпили туда-сюда. Оказывается, что ее новый муж... милиционер, отец у него милиционер, мать милиционер, и все его друзья, которые в зале, все это все милиционеры. Вот такой вот неудобняк у меня получился. Я потом говорю, я к милиционерам-то никакого негатива не испытываю, мне все равно достойная профессия. Я говорю, ну есть там отдельные личности, вот был один человек нехороший. Я говорю, ну вот потому что у меня и сложился такой негатив. Вот так вот. Думать надо, блин, ну раз, что базаришь. Ну что, друзья мои, в общем, эксперимент по дегустации голов прошел. Ну, больше я дегустировать их не буду. Ужасное дерьмо. Не пейте никогда и ни за что. Так, скоро буду гнать, наверное, сегодня, свою прокисшую брагу. Попробую выгнать, попробую, что из нее получится, не знаю. Вот. В общем, как-то так. Ну все, друзья мои, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Всем добра и позитива, всем пока, до новых встреч.